Ребята, меня зовут Геймер7650, и я построил небольшой домик. Давайте я вам сейчас его покажу. Погнали смотреть мой домик небольшой. Он вот такой вот небольшой, смотрите. Здесь у меня деревенский туалет. Вот здесь у меня место для шашлыков. Вот здесь вот у меня бассейн. Вот, и фонари тоже. А здесь моя машина стоит. Погнали в дом теперь, погнали. Итак, значит, смотрите, здесь у меня туалет, ванна. Вот, здесь кухня. Вот здесь вот спальня, не знаю, зачем мне вторая. Вот, и здесь у меня гардеробная. И вот здесь вот у меня пустая комната. На втором этаже все точно так же. Только кухня поменьше. И здесь есть третий этаж с выходом на крышу. Вот третий этаж, чердачок. Здесь у меня тоже ничего нету. Вот такой небольшой этаж. Еще есть балкончик. Тоже сейчас покажу вам его. На балконе у меня ничего нету. Вот, балкончик. Ну все, пойду спать. Надеюсь, завтра будет хороший день. Пойду. Да кто там так? Настойливо стучит-то? 7 часов утра. Кто так стучит? Быстрей! Да давай! Кто? Кто? Это я! Дэн, ты чего тут делаешь? Быстрей, быстрей! Чего тебе? Быстро, быстро! Оп, бежим, бежим, привет! Куда? Где у тебя еда? Куда бежим-то? Еда где у тебя? Да в сундуках еда у меня. Зачем она тебе? Быстро, быстро, где еда? Ты есть что ли хочешь? Хочу. О, господи. Где еда? Почему у тебя все пустое? Да погоди ты. Давай садись за столик. О, какой столик. Угу. Иду. Ля, какой. Все. Все, сейчас я тебе дам еду твою. А что тут узко? Вот тебе. Давай еду-то. Мне узко. Где еда? О, господи. Да на, на, на. Что не съешь, оставляй. Я не съем. Смеешься. Ой, господи, вообще. Как у тебя дела? Нормально все. Фига ты дом отстроил, конечно. Дай маленький домик. А у меня отпуск 10 дней. Я к тебе приехал погостить. Понятно все. Давай, показывай дом. Но сначала давай. Я поставлю на место. А нет, соберу с собой. Мне понадобится. Ну смотри, вот здесь вот у меня спальня. Я не знаю, зачем она. Ну, ты здесь будешь спать тогда. Неплохо. А что еще есть? Смотри, здесь у меня гардеробная. Ага. Да что ты меня закрыл-то? А здесь что? А здесь пустая комната. Я не знаю, зачем она. Классно. Просто... тут у тебя. Вот, здесь у меня туалет. Туалет? У тебя есть туалет? Да. Я думала, ты только деревенский. Ага. Да нетушки, туалет и ванна у меня здесь. Неплохо, а на втором этаже у тебя что? Погнали на второй. На втором все то же самое. Здесь кухня поменьше чуть. Здесь вот моя спальня пошикарнее чуть. А зачем тебе зачем тебе пустые комнаты? Да я не знаю, как их обустроить. Спальня, дай покажу. Ой, ого! А чё, какая шикарная. Ну, я же здесь сплю. Ничего себе, у тебя тут и библиотека. Да, а так там для гостей. Иди здесь... в прятки играть. Догони меня, найди меня. Ага. Блин, нашел. Я тебя нашел. Чё у тебя там на третьем этаже? На третьем у меня ничего. Как это? Ничего. Только третий этаж, ну и выход на склад. А где лопаты? Какие лопаты? Ну ты что, картошку не собираешься копать? Нет. А, у тебя тут и не надо ее сажать. Я в магазине покупаю все. А магазины где? А магазины, они далеко. Ага, о-о-о.
Я буду жить на крыше. Ну ладно. Я Карлсон. Пойдем пока. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что там, ногу себе что ли сломал? Ой-ой-ой-ой-ой. Пойдем, я тебе двор покажу. Да я уже вижу. Вот, ну, деревенский туалет ты видел. Вот здесь моя машина иди стоит. Сюда. Ну, где ты? Я где? Я во дворе у тебя. Угу, иду. Бегу, бегу. А, ты на обратной стороне, что ли? Ой, я упал вот. С крыши. Ты чё, сумасшедший, что ли? Нормально, я поел и восстановился. Mm-hmm. Вот здесь вот у меня зона для шашлычков. Мы обязательно их пожарим. Шашлычки? А как? А чё ставить сюда? Здесь, там всё есть. Ничего себе! Mm-hmm. О, оно реально ставится! Да, только не зажигай сейчас ничего, а то сгорит всё. Хорошо, пошли. Пошли, вот. Оказывается, здесь есть жарить можно. Так на костре. Вау. Просто зажечь. Вот здесь у меня фонари. Они ночью зажигаются. Уи, бульк. Бассейн заметил. Как такое не заметить-то, да? Вот это бульк. Классно. О, смотри. Ну, чего? Что за диво дивное? Где? Вот это. Ой, так это моя машина. Машина? Да. Ого! Ты куда поехал? Верни мою машину. Я поехал. Оп, оп. Ты в машине в дом въехал. Вот это праздник. Эй, я застрял. Я сломал что-то. Чё ты сломал? А я не влезаю. Ай, больно. Ох, всё, едем. Куда? Так ставь ее на парковку обратно. Ай. Едь быстрее уже. Какая машина? На парковку ставь. Все, припарковал. Это кто? Это мужик, он торговец. Тебе что надо? Давай. Кушать будешь? Да. О, он говорит, будет. Ну, на, держи, мне не жалко. Это торговец. Он здесь местный. Здесь пока что никто еще дома свои не построил. Но мне кажется, построят. Вот. Ничего себе. Вот это ты дом сделал, конечно. Да маленький он. Маленький? Да. У меня и то меньше. Я бы больше сделал. А что у тебя за люди тут голые? Какие? А, так это стойки. Стойки? Да. Для одежды. А где одежда? А одежды нету. Я еще не купил ее. Я же покупаю все новое. А это что такое? Ой, так это коптильня у нас. Коптильня? А что коптить? Ну, мясо, например. У тебя есть борщ? Ты что молчал-то? А, не знаю. Чё там молчал? Засуну в коптильню тебе. Классный дом. Да, классный. Что, получается, я буду тут спать, да? Да, спи тут, что ли. А где тебе ещё спать? О, давай в прятки поиграем. Давай. Давай, во дворе водим, или нет? Давай во дворе. Давай, выходи. А почему я? А я гость. Давай. Ладно. Все. Раз. Два. Эй, три. Куда спрятаться бы? Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Я готов. Иду. Погнали. Эх, стоит же там где-то. Или лежит. Так. Куда я не захожу, да он этого не знает. А может, ты на балконе? Кстати, я тебе балкон не показывал, но ты его уже заценил, наверное. Так. Ну-ка. Ага, нет никого, что ли? А где? А где он?
Обзорчик. Нету никого. Фига себе. Ты ж где там спрятался? Ха. Так, ладно. Знаю. Мне кажется, я знаю, где он спрятался. На первом... Ага, стоп. Так. Нету его здесь. Ладно, сейчас вам обыщу весь. Так. Ну-ка. Ага, кто это здесь? А где ты? А где он? Чего? Так. А кто это у нас тут дверьми шумит? А? А где он? Ну, ладно. Хорошо. 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 А где он? А реально, а где он? А. Где он? Куда он спрятался? Я же здесь дверь закрывал. Я не знаю, где он, ребят. Помогите. Напишите, где он может быть. Нет, он точно не на этом месте. Хорошо, жмых. Ладно, а если здесь? Нету никого. Да где он? Я не представляю даже. Ну-ка. А здесь в деревенском туалете никого нету? Никого, никого. Хорошо. Да, а где он тогда? Где? 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 Ладно, тогда сейчас посмотрим. Вот. Здесь вот никого нету. Ты где вообще? Ах, вот ты! Смотри! Они еще и волятся! Вот где? Я... О! А нет, подожди, стой! Ты... Ну, они шевелили же! Ты как это сделал? О, смотри, во! Ты как это танцует? Сделал? Тут-ту. Он бьется, смотри, дерется. Сейчас, вот. Сейчас. Как ты это сделал? На. Я никак. Ну как ты сделал? Тайна, это? Не скажу. Ой, уже ночь. Да, ночь. Пойдем спать. Я ж дверь-то не закрыл. Пошли, я у тебя в спальне буду спать. Нет. Ты спишь на первом этаже. Ну, блин, ну я хочу... Ну, мне одному страшно. Ладно, спи со мной. Отлично. Ой, все, спим. Хапси, 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 хапси.